Семена томата «Кадет», «Кадет» – компактный, но урожайный сорт для летних салатов и для консервирования. Его плоды мелкие, средний вес не превышает 50-60 граммов, удлиненной формы, с кожурой насыщенного красного цвета. Они однородные по размеру, поэтому их также используют для украшения блюд. Также эти томаты известны своим необычным вкусом, очень сладким и мягким. Кусты томата «Кадет» вырастают не более, чем на 50 сантиметров. Сорт среднеспелый, для сбора урожая придется подождать до конца июля либо начала августа. Растения могут находиться в открытом грунте либо в теплице, отлично приспосабливаются к перепадам температур. Томат «Кадет» — это однолетнее растение высотой 50 сантиметров. Томат прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания томаты прекрасно устроит открытый грунт. Томат «Кадет» имеет среднеспелый срок созревания. Плоды томата созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 50-60 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода удлиненно-овальная. Цвет плода красная, вкус сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.